Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня мы начнем первое отделение с нашей версии известной песни группы «Битлз», которая называется «Норвежский лес» или «Norwegian Wood». Thank you.
Да, сейчас я приглашаю на сцену нашего вокалиста, которого зовут Марк Люси. Вы, наверное, знаете, что 3 числа, то есть 3 дня назад, в Олимпийском спорткомплексе состоялся потрясающий концерт, на котором была моя жена, мне подробно все рассказала. Она купила билет еще за 3 месяца. И, в общем, билетов не было. И там собралась такая толпа, что даже пришлось задержать немножко концерт. И вот, что это за человек такой, Стинг, который умудряется до сих пор собирать полные залы, играть с выдающимися джазовыми музыкантами и при этом никогда не используя ни фонограммы, никаких тусовок, никаких прыжков на сцене, никакой вот этой дешевки. И очень непростые, кстати, тексты. Это такая, в общем, такой парадокс, который никак не увязывается с течением вот всей этой развития этой попсы, которая только под фонограмму, только с танцами и с разными ужинками и так далее. Это был потрясающий концерт. И вот мне хотелось бы как раз сегодня начать с одной из таких пьес, необычных из репертуара Стинга. Дело в том, что эта пьеса написана на 5/4, где Стинг умудряется в этом сложном довольно размере играть на бас-гитаре и еще петь. И это вот говорит, вот эта сама пьеса уже говорит о том, кто такой Стинг. Ну, если кто мало знает его, я вам скажу, что это человек, который создал группу Police еще давно в Англии. Сам он начинал как джазовый контрабасист. Вот. И потом он переехал в Соединенные Штаты и начал играть уже самостоятельно. У него начался другой период. И он играет сейчас с лучшими музыкантами вообще, причем в основном джазовыми. Вот пьеса, которая сейчас прозвучит, еще раз говорю, она написана на 5/4, хотя этих 5/4 там не ощущается. Называется она «Seven Days». Never had no thing.
So I can run away. Замечательной английской группы, которая называется Tears for Fears. Эта группа возникла еще во времена панк-рока, где-то в начале 80-х, и с тех пор она популярна. Ее создали два человека, и вот сейчас вы... Сейчас прозвучат, значит, ну, во-первых, эти два человека, их зовут Роланд Орзабал и Курт Смит. А вообще название этой группы, оно родилось из-за того, что вот они оба учились на каких-то очень серьезных философских факультетах. Вообще в то время все музыканты вот этой новой волны, это были не профессионалы. Это были студенты, у которых вообще намечалась такая серьезная карьера, они получали образование, заодно играли вот то, что им нравилось. И потом, в общем, некоторые группы распались, а некоторые так и стали профессионалами, так как это произошло с группой Tears for Fears. И вот название и некоторые названия пьес родились из прочтения очень популярной книги Артура Янова, которая называется «Первобытный вопль». Вот она такая очень философская, такая какая-то странноватая книга. И вот сейчас сначала прозвучит пьеса, которая называется «Everybody wants to rule the world». А затем композиция, которая называется «Shout». Итак, «Tears for Fears». One tap in.
Come on.
закончим первое отделение композиции, написанной мною. Эта композиция вошла в состав последнего альбома «Арсенала», который называется «Поток сознания». Но сейчас вы услышите эту пьесу в концертном варианте. Я назвал эту пьесу «Алайский базар» и посвятил ее историческому месту, которое возникло в Центральной Азии под склонами Алайского хребта на маршруте Великого Шелкового пути из Китая в Европу, в Африку, в Индию. Такой шелковый путь и мода на шелк возникли за несколько тысяч лет до нас. И вот караваны везли этот шелк, их охраняли воины, потому что в этих степях бескрайних многочисленные банды нападали на караваны, грабили их. И, в общем, не всегда удавалось довести груз до назначенной цели. А обратно возвращались караваны тоже не пустыми, везли в Китай то, чего там не было. И вот в этом месте они сходились, те и другие караваны, и там возник такой базар, который до сих пор существует на территории Ташкента, в Узбекистане. И в общем-то, я там бывал еще давным-давно, даже не зная, что это такое. И я вспоминаю, что, в общем, почти он не изменился. В общем, это уникальное место. И сама вся история этого вообще пути из Китая вообще в Европу с шелком, с коврами, с драгоценностями. Это уникальная такая экзотическая история. Вот этой теме посвящена пьеса, которую вы сейчас услышите. «Алайский базар». We'll be right back.
Thank you.
«Живая вода». Thank you.
Спасибо. Сейчас вы услышите нашу версию одного из хитов замечательного американского пианиста и композитора, которого звали Хорас Силвер. Эта пьеса называется «Mexican Hip Dance» – «Мексиканский танец бедер».
Спасибо. Сейчас мы возвращаемся к вокальной части нашей программы. Вы услышите песню, которая называется «Love Nature». Ее исполняет некий Фрэнк Маккул, которого иногда сравнивает со Стиви Вандером, но в принципе у него и своя музыка. И вот сейчас звучит наша версия его пьесы, которая называется «Love Nature». Thank you.
travel whole world wide, world twice. Any day, you know the days in by tomorrow. I'm gonna let it all run now. My love is beauty. Сейчас вы услышите песню одного из самых сейчас популярных певцов и хит этого года. Певца зовут Эд Ширан. Песня эта называется «The Shape of You». I'm in love with the shape of you. I should pull like a magnet.
Скажу, я только когда познакомился с Марком, я узнал про вот этого певца. Но тем не менее, сейчас прозвучит такая очень своеобразная песня, она называется «Hard Times». Мне кажется, она относится как раз вот к людям, которые бегут из всяких там сельских мест в большие города, и там им не нравится. Вот поймете из текста. Итак, Джон Легенд, Hard Times. So it's hard times, yeah. Sitting on the bed door, waiting on the next door. Love.
столичьи медали. Я чеплещет кремлевских рубинов лучи. Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье, чем наградить мне вас за внимание. До свидания, дорогие москвичи, доброй ночи. Доброй вам ночи, вспоминайте нас. Set it. Oh, I hate to set it. It's proper.
probably me. When the words go crazy and it makes no sense, when the only one voice makes the huge difference, you makes the cry and you search the room, no one would you see. Спасибо вам большое. Мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. До свидания.